Никто не застрахован от болезней и невзгод. И это касается не только людей. Котики, пережившие многое на своем жизненном пути, иногда обретают что-то поистине необычное. В этом видео собрано 10 уникальных котиков, в существовании которых сложно поверить. Николь Риензи чуть не сбила маленького котенка, который еле передвигался. Девушка приютила его и вылечила от всех болезней. Вскоре после того, как котик Манки нашел новый дом, его зубы начали расти. Прошло некоторое время, и у кота появились длинные клыки, как у вампира. К счастью, Манки был полностью здоров. Такие клыки появляются у кошек очень редко, но это не связано с какими-либо болезнями. Кевина называют постоянно удивленным котом из-за его необычной внешности. Еще котенком его нашла будущая хозяйка на автостоянке, маленьким и обессиленным. После посещения врача у котика обнаружилась тяжелая болезнь – гидроцефалия. Она связана с накоплением жидкости в головном мозге. Несмотря на прогнозы врачей, особенный котик Кевин отметил уже свой 4-й день рождения. Его хозяйка счастлива, что нашла его в своей жизни. Девушка по имени Синди не раз спасала собак и кошек от гибели. В один день она встретила котика по кличке Лазарь, который нуждался в срочной помощи. Ветеринар сообщил девушке, что у кота расщелинное небо, врожденная деформация, которая оставила его без верхней губы и мягкой части носа. Котик страдал от постоянной инфекции во рту и на протяжении долгих месяцев лечился. Сейчас Лазарь живет с Синди и уживается с еще несколькими ее питомцами. Котенок по кличке Меркурий был найден в возрасте 5 недель без передних лапок. Его конечности были слишком ранены, чтобы приспособиться к протезированию, поэтому он стал учиться ходить на задних лапах. Именно это и прославило котика, ведь он ходил на лапах точно так же, как динозавр Т-рекс. Его семья создала страницу в Facebook, где делится историей жизни самого милого котика-динозавра в мире. Кошку по кличке Матильда называют инопланетной или космической из-за ее уникальных огромных глаз. Мир узнал о ней после того, как ее семья создала страницу в Instagram. Хозяева рассказывают, что Матильда была обычным котенком, но со временем она заболела. Врач поставил диагноз «вывих хрусталика». Недуг прогрессировал, и глаза становились все больше и больше. Совсем недавно Матильда перенесла операцию по удалению двух своих глаз из-за обострения болезни. Несмотря на это, ее хозяева также сильно любят своего питомца и делают все, чтобы скрасить жизнь одного из самых уникальных котиков в мире. Досмотри видео и напиши в комментариях, кто из этих 10 котиков, по твоему мнению, самый уникальный. Двуголовый кот по имени Фрэнк и Луи родился с двумя головами, двумя ртами, двумя носами и тремя голубыми глазами. Котиков с такими дефектами называют кошки Януса в честь древнеримского бога. Но Фрэнк и Луи уникальны тем, что он стал единственным котом Януса, который смог прожить настолько долгую кошачью жизнь. За это он был в 2012 году занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Хозяйка котика Марти Стивенс рассказала, что взяла его в 1999 году, и несмотря на прогнозы врачей, она ухаживала и дарила ему свою любовь. Так котик и прожил 15 лет своей жизни. В 2014 году он заболел раком и умер. Жасмин была найдена на улицах Франции запуганная и обессиленная. Слепая бродячая кошка попала в приют, а через некоторое время через Facebook она нашла свою новую хозяйку Сандру Кудрей. Как только девушка увидела невероятно красивые глаза Жасмин, она поняла, что может помочь котику обрести теплый дом и нужную заботу. Теперь кошка перестала быть пугливой и приспособилась к новым условиям. Еще один клыкастый котик прославился благодаря интернету. У этой особы довольно странная кличка, которая в дословном переводе звучит «принцесса-монстр-грузовик». Кошка была спасена своими хозяевами с улиц. Несмотря на ее внешность, она здоровая и очень ласковая. Кошка по кличке Чейз без лица многое преодолела, чтобы выжить. Котенком ее сбила машина, сильно повредив мордочку. Мужчина подобрал ее на обочине и привел в клинику. Из-за тяжелых травм была ампутирована задняя левая лапка, а мордочка после нескольких операций не поддавалась восстановлению. На ее лице отсутствуют нос, веки и большая часть меха. Помощница ветеринара Мелисса Смит приютила котика у себя дома и уже 7 лет живет с ней в своей семье, где также есть и маленькие дети. Несмотря на то, что впервые увидев Чейз, можно шокироваться, Мелисса знала, что эта кошка заслуживает быть счастливой в любящем доме. Номер 10 разделяют сразу два котика, о которых мы уже говорили не раз в наших роликах. Это Грэмпи Кэт со своей врожденной карликовостью и неправильным прикусом, который послужил уникальному угрюмому выражению лица, и кошка Венера с уникальным окрасом глаз и мордочки. Напиши в комментариях, кто из котиков впечатлил тебя больше всего.
А также не забудь, что все котики достойны любви. Если согласен, ставь лайк и делись этим видео с друзьями.